За этой историей опять стоит Мустафа Рустам. Причиной, по которой вы за мной подслушивали, шахзаде Мустафа является? Вы это хотите сказать? Наши враги добились своего. Они настраивают нас друг против друга. А ты идешь у них на поводу. Наша размолвка будет выгодна лишь нашим врагам. Твоя судьба неразрывно связана с моей. Отныне и ваша судьба зависит от меня, госпожа. В одиночку вы не сможете победить в этой войне. Я тебя понимаю. Ты чувствуешь себя оскорбленным. Я столько лет вам искренне служил. Я ведь ни разу вас не предал, скажите мне. Вы знаете это наверняка, поскольку подслушивали меня. Я оставлял вас одну? Когда-нибудь от вас отвернулся? Разве я не защищал вас, рискуя собой? Разве душой не пожертвовал ради вас? Все это к тебе не имеет отношения, уверяю. У меня есть дети, и я хочу, чтобы они спокойно спали. И тут я должна допускать любые возможности и принимать все необходимые меры. Сколько раз на меня покушались. Сколько раз я уже воскресала. 2 года в заточении. Не задумывался об этом? У меня, наконец, отняли сына. Сына! Мою душу убили. Куда ты делся тогда? Почему не помог? Я недоверчива, Рустам. Но на то у меня много причин. Я клянусь тебе. Но теперь мы в опасности. И нужно хорошенько подумать, что дальше делать. Повелитель вам этого не простит, я уверен. Дело не только в этом. Бей и Паши объединились во имя Мустафы и могут начать наступление. Он сам может не всегда знать. Та торговка была шпионкой его сторонников. Эти змеи уже ползают среди нас. Мне ясна их цель. Быстро нас уничтожит, и Мустафа на трон сядет. С кем ты разговаривал в зале совета? Атмаджа. Шахзаде Мустафа прислал его с донесением. Судя по тому, что он пришел ко мне, он непростой человек. Он действует не один. Госпожа, всегда все ваши враги будут и моими врагами. Если мы будем действовать сообща, я прошу вас только об одном. Прошу, доверяйте мне. Это все, чего я хочу. Будь я не уверена в тебе, я не отдала бы за тебя дочь. В таком случае момент настал. Я обо всем подумал.